можно противопоставить в этом случае. Винчи это как бы одно, это самая сильная раса в игре, но я считаю так, что как бы и защита, и вся вот эта хуйня, юниты мощные, блять, охуенные. А вот квотлы, они интересные тоже, блять. Блять, второй разведчик заебал. Вы меня с центра убрали, ах вы ж нехорошие люди. Ну-ка напомни, по цветам кто где? Синий кто? Леонардо. Ага. Ты на центре хотел? Да, да ладно. А кто? А красный кто? Кирита, да? Да. Ну чё, как играете? О, Артём, привет. Привет. Залетел. Ну мы просто охуенно играем просто. Не, имею в виду против ботов? Против одного бота. А, АПшного бота? Нет, ну, блядь, типа, волны отбиваем. Через скрипт сделал. Tower Defense мы ебашим. Это не Tower Defense, блядь. Да хули, вот ваши города это Tower, блядь, а на них идут темные линии. Там по-другому, они, блядь, по линии идут нахуй, а ты просто тауэрками их ломаешь, блядь, они не атакуют нихуя. А, ну хуй знает. Ну полутауэр дефенс, блядь. Я не знаю, это какой-то дефенс нахуй, ну, блядь. Какой-то дефенс, мои башни. Какой-то. Тут надо здание, короче, чтоб паук призывался, вот этот, блядь. Понял, как у сову, короче, чтобы он временный призывался, блядь. Призвал, там шахту разъебал и закопался. Это хуйня, блядь. А ты интервал-то сколько сделал у голема? 5? Че 5 нам, блядь, нахуй? Потому что 2 минуты хуя. Хуёво, блядь. Они пока эту линию пройдут всю черную, они, блядь, сверху опять появляются. Будь здоров. Все. Обрыгался, называется. Ты горы понаделал, тут охуеть. Сколько 4 религии нахуй тебе? Что-то знаешь, типа вот, вот где они идут, да, не черная карта, а чтобы, может, какие-то арки, ну что-то такое, блядь, может, какой-то типа артефакт, ну залупа, блядь, понял, лесенки, ступеньки, блядь. Да вдохновение ёбнет, он сделает попозже. Как в Мизикеше было. Что там делать, блядь? Я вообще не знаю. Типа, если там какие-то объекты ставить, значит, должны быть и блокирование пути, значит, они там застревать будут, нахуй, так далее. Ты же видишь, как они под конец хуярят? Не там, где появляются, прям, а где-то по бокам, типа, блядь. Чтоб, типа, а вообще, по бокам, я же поставил шипы, блядь, и прочую хуйню. Я хотел так оставить, блядь, просто горы стеклянные, блядь. Нет, так-то вообще охуенно, блядь, хули. Ну я прям уже прикидываю, что такая же хуйня, только, допустим, снизу, да, или-то... Это, ну, типа, перевернуть, блядь, и там уже идут эти, блядь, падальщики ебучие, блядь, пауки, блядь. Ну, блядь, знаете, как разнообразить игру, нахуй? Поверните камеру на 180. Типа, блядь, я уже не ориентируюсь, нахуй. Может, кстати, ну-ка повернем. Я обычно люблю, когда вот я играю, поворачивать камеру так, чтобы у меня снизу был мой город, там, блядь, если я с края. Вот, а враги сверху. Я сейчас поверну. По-другому теперь на вас смотрю. Когда вы там природу засоряете, блядь, дымоган такой с городов ебашит. С каждого здания дымоган хуярит, даже с шахты, блядь.
Шахтеры там поди печку развели, блядь. Шашлыки жарят. Первые отряды пошли, пехота. А кто красный? Напомните, пожалуйста. Кирита. Ой, блядь. Город надо забирать, блядь. Но он его выкупит, скорее всего. Какой-то хуйня, как, блядь, пиздец просто. Блядь, да он-то знает, наверное. Ну хуй знает, вдруг, блядь. Блядь, он в финале турнира, нахуй, он не знает. Хуёво будет, если у него герой будет проебываться. Ну, в прошлый раз, блядь, левый фланг слил, нахуй. Хотя я ему говорю, блядь, строй, нахуй. Хотите настоящего испытания, блять? Ну и башни же послабее будут от игры. Мне кажется, там вот эти големы, которые просто, знаешь, там, блять, ударят нахуй, и у тебя урон в 5 раз потом увеличивается по тебе, нахуй. Это не им балансные, блять. Да, они вот именно вот это вот, то, что они подвашли, это вот полная залупа была. Они разъебывают что здание, что юнита, блять. Ладно, пехоту они как бы долго, блять. А вот героев здания, это пизда. Да, да, не разъем. Бункер тот же, нахуй. Ну, 2000 и все, бункера нету, блядь. Его и так подъебывают, блядь. Базек, охуенная тема. Сразу скажу, блядь, готовьте пушки, блядь. Нахуя? Ну скопится войск дохуя. На пушки нахуя готовить? А, эти, ну, эти, как, я понял. Молот ебаный. И ульту дожи, нахуй, вот по-любому дожи надо, вот, вот именно всем троим призвать дожей и прокачать ему, блядь, хотя бы первую, блядь. Да лучше уж пушку, блядь, построить, нахуй. Пушка, она тимоний стоит, а герои стоит золото. Какая, нахуй, разница, если у тебя калькулятор есть? А, ну, не, ну да, блядь. Да не, вот ты сейчас играешь? Да, а чё? Ну, спрашивали, показать что-то. А показать? Хуй, например, да? Например, да. Ладно, чё он не строит? Ты можешь ВК скинуть. Да не, это уже видос. А, типа он фуловый уже, что ли? Да не, не фуловый. Чё, на какая там частичка? Один... 50. Минута 50. Блять, ну ты, конечно, долго идешь. Ну, как-то, видимо, блять, хуярочка, чёрт. Да не, я бы не сказал. А чё, у красного 5 городов будет чешо, блядь? Угу. Ну он же центральный, блядь. Я вот тут ощетинились, блядь. Я чувствую себя темным Алином, блядь. Кирита наперед пошел. Леонардо. Да, что? Он наперед пошел. Так пусть. А, нихуй. Ой, ёпты ж, бля. Ну это жопа. Потенциально. Он, смотри, поставил эту хуйню. Ну придется здесь все застраивать. Ну как бы тоже неплохо, тоже как бы, блять, им пройти же надо этот путь. Ну, блядь, такое, конечно, ну да, с такой стороны.
Там можно успеть застроить там башни и прочее, там тот город, если что. Неплохо. Это плохо. Наверное, правее надо было, да? Там пехоты больше. Ну да. Ебать, что-то крепость сносит, нахуй. Эти что ли, осадный урон у маридов, кстати. 4-4. Ага. У меня уже косарга убили. А вы вчетвером? Ну, один, типа, ага, за Алина играет, другой, а другие обороняются. А-а-а. Ну, типа, он, блядь, может только этот станить способностью взять. Там здание отдельное стоит. Ну и войсками. Чё за хуйня? Вот это я не знаю. Чё произошло? Ларкас, я думаю, ты что-то, блядь, наверное, случайно стёр, блядь, в скрипте. Я нихуя не делал. Тоже нихуя не делал. А у нас какая была? Каждый сам за себя, надо, блядь, было блядь посмотреть, какие там команды, да. Сука. Может, реально в условиях дела? Давайте я на рехост. Это рехоститься или тут же можно перезапустить? Да, у нас 2 на 2 было. Ну давайте, да, этот Артём, это нахуй. Ты будешь? Да, можно. Блядь.